Детские пособия теперь будут выплачиваться один раз в 3 месяца. Ранее социальную выплату родители получали ежемесячно. Как сообщили в местном отделе Минсоцразвития, нововведения связаны с изменениями в законодательстве. Новый порядок ангарчане оценят уже в следующем месяце. В июле месяце выплаты будут производиться по старой схеме, и люди получат свои деньги именно в июле месяце за июль. А вот уже в августе и в сентябре люди получат за 2 месяца в сентябре. А уже в последнем квартале этого года за 3 месяца получат в декабре месяце. Таким образом, начиная с сентября этого года, получателям пособия будут перечисляться 4 раза в год – в марте, июне, сентябре и декабре.